В Арктике завершается сезон генеральной уборки. На острове Грэйм-Белл чуть было не случилась экологическая катастрофа. Сотни тысяч тонн нефтепродуктов могли оказаться в Баренцевом море. На острове много брошенных топливных складов, а из-за изменения климата берег постепенно размывает. Серьезным испытанием стали сложные природно-климатические особенности острова, отсутствие какой-либо инфраструктуры и пресного водоема, а неблагоприятные погодные условия. В ликвидации экологического ущерба на островах федерального заказа заказника «Земля Франца Иосифа» принимает участие 120 человек. Всего собрано более 8 тысяч тонн мусора. Отходы пойдут на переработку. Генеральная уборка архипелага обошлась федеральному бюджету почти в 640 миллионов рублей.